понял, а сколько уже прошло времени, и вообще, может быть, уже вам надоело все это, и пора домой, как? Или вы еще не устали, да? Ну, как кремень, понимаете? Обычно уже все уже такие, да все уже хорош, уже все. Знаете, интересная была история, что я сейчас вспомнил. Я много сегодня рассказываю историй, но так уж ваш город, да, он располагает, видите, к разговору. Лучший город Земли. Все-таки не каждый, знаете, день играешь в лучшем городе Земли, уж так, на минуточку. Да не каждому дано еще, знаете, не каждому так везет. Вот, а историю мне рассказывал Павел Бековский, вот мой товарищ и друг. Значит, он выступал как-то в городе Новокуйбышевск, такой город под Самарой, и я там тоже потом выступал, и эту историю я слышал как бы тоже с другой стороны. Вот, и значит, первые концерты там, ну, такие появились активисты, они прям в ДК делали. В ДК такой у них зал прям, все, и там. И они как-то вот собирали там не прям такую целевую аудиторию, но там дело в том, что это грушинская такая тема, и там очень много людей, которые как бы помнят там грушинский фестиваль, там, да, и, но не очень в курсе как бы. И пришло много людей, ну прям там взрослых или прям пожилых, и Паша говорит, я приехал как бы, ну так, ну, немножко даже растерялся так, ну прям, ну, так, вот. Все так, такие прям, дедушки там какие-то, бабушки сидят местами. Короче, говорит, я там что-то все там рассказываю, там это, песни там пою, какие-то телеги рассказываю. И, значит, какая-то история, говорит, и она, ну, как бы длинная такая, но вся развязка в самом конце. То есть, как бы, история не очень как бы, понятная о чем, но вся вот изюминка в конце этой истории. И я, значит, сижу, рассказывают ее, все, и в первом ряду сидит... Ну, какой-то там пожилой человек говорит, какой-то момент просто перебивает его, говорит, молодой человек, может, хватит уже вот это вот все, давайте, может, песню уже как-то споем. И Паша говорит, я просто прям растерялся, как-то, говорит, не понял, что сказать, как бы, вот. Поэтому, друзья мои, если вы так прямо и говорите, что молодой человек, уже дайте, хватит. Все, вот эти ваши... Говорите, да, интересно. Вот это все, это ваше... Зубы нам заговаривать, уже давайте как-то что-то к делу уже переходите, да. Вот, сейчас будет песня. За горизонт, и дети жгут себя, мешая магнистронцы, и дети так спешат уйти на фронт. Лихое предвкушение боя, барахтаясь на гребне волны. Выведи меня из этого запоя или выгони из этой страны. В ожидании лета, лениво по секундам скользя, нельзя жить просто так, без ощущения света, да так же, как на ноль делить нельзя. Не жалость, ощущение иное. Три стороны, выведи меня из этого запоя или выгони из этой страны.
Пространственно все сокрушает.